Здорово. Привет, Олеган. Видишь? Как огурец? Так. Куда намылился? Сегодня на ед, на завязку. Стартуешь в Светлане? А завтра в Ростов. Что там в Ростове-то? Там одним днем колодочки есть. Зовут туда? Да. Ну-ка, дай-ка я прикурю. Сейчас я дам зажигалку. Где был, Олег? Дом. Вот я. Не, из дома выйти. Да? Вон оно что. Ну, с Днем России тебя. Тебе с праздником. С праздником, Олеган. Чтоб тебя стоял побольше и счастья было. Вот так вот. Много. Хорошее пожелание. Пойдет. Пойдет, Олег. Ты на велике? Нет. Пешком? На, путь дом стоит. Что там, Санек? Санек штанга на тремя наебнулась, блин, а он... Сейчас ремонтируется, он собирается к тебе сегодня. Сегодня у тебя он сквозь. Сделает? Да, я ему вчера все сказал. Ага, пойдет. Я буду ждать. Сейчас я ему еще раз позвоню к тебе, чтобы ты... Да не надо, я верю. Нет, я позвоню сейчас. А ты Светке звонил? Не, а у меня номер нет. А как ты собираешься? Где ехать? Она сказала мне в любой момент, в любой день и время. В любое время дня и ночи? Да. Ну понял. А на чем поедешь? Ну кто? На попутках. Садятся идет. На попутках, Олег. Оттуда да. А туда нет. Довести надо тебя, да? Ну ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Ты видишь экран? Какой? Стал. Размудохал. Бывает, Олег. Ну хоть что-то видно бывает, номера. Как-то можно разглядеть. Скоро с айфоном будешь. Айфончик будет, Олег, у тебя. Сказали, когда? Подгонят. Ну, когда? Увидим, как пришлют. Он тебе нужен, айфон? Да. Да хватит, ладно, тебе не тыкать-то туда. Я сам ему позвонил. Давай. Понты не колоти, Олег. Я делаю все как надо. Да? Что там, концерт никакой не идет в центре? Нет, сейчас будет чуть попозже. Будет сегодня? Да. И салют будет. Салют будет? О, вечером посмотрим. У тебя как дела? Да ничего пойдет, проснулся только недавно. Хуя ты, блядь, спишь? Поздно лёг, Олег. Работал, ездил до полуночи. Ты понял? Ну, работа прежде всего. Ну да. А тебе когда везти надо? А? Везти когда тебе надо? Может, чуть попозже. Чуть попозже, да? Ты наберёшь тогда? Ну, как концерт, ну, нахрен. Я там концерт устроил. У Светки свой концерт, да? Ну ты хоть с подарком поедешь? А? С подарками хоть поедешь? Естественно. У меня все есть. Уже все приготовлено.
Так что, Светлана, жди меня в гости. Она уже ждет, наверное. Икать начала. Вспоминаешь ты ее? Она заикала. Дай ты мне ее номер. Если есть. Позвонить хочешь? Сейчас. Что? Она телефон подала. У нее телефона нет. Угу. Так она мне сказала. Так, мой мне. Сейчас. Куда? Да вот, в урну. В урну, Олег. Всех подряд, нахуй. Ебашь. Кто? Кто там? Наш. Гаишник? Работа у них такая. Решил ёбнуть? Ну, сегодня праздник. Ну да. А ты где был? Дома? А где же еще? Пиво? Потом я. Империальчик? Да. Догнаться желаешь, наверное? Думаю, нужно будет. С собой бери, Олег. Нет, мы с собой возьмем. С собой у меня талисман лежит. Три рубля. Решка, Ася, решка, это удача. Пускай так и будет. Такие пироги. Ясно все. Ну, я соберусь тогда, Олег. На линию выйду. И довезу тебя. Во сколько тебе позвонить? Да через часик. Где-то так. Пойдет? Да? Ладно, потом музычку привезем. Куда? Сюда. А, сюда привезем? Опять врубим. Ты хочешь у меня здесь концерт устроить тоже? А что ты едешь? Нормально будет. Ну что, тут раз сидели, блядь. Да ничего, пойдем. Ну да, ты к Светке лучше возьми музыку там. Споете. Или к ней, блин, заедем и заберем ее. И все. Ну, давай так и сделаем. Только у меня флешки нету. Найдем. У меня все есть, Олег. Ну, ты понял, USB-шка. Да, конечно, понял. Чего же не понять-то? Хуясь. 250 ватт, блин. Ебаш, блин, только так. А сейчас представляешь, если те колонки я подключил. Убегай нахрен отсюда. Ничего, разберемся. Ну, завтра съедем одним днем. Просто отойти назад. Завтра или сегодня? Завтра. А я думал, ты на сегодня вторник. Хочешь. Нет. Сегодня давай, блин, хоть час давай, тачку. Сейчас я тебе сделаю. Завтра тогда лучше, Оля. Все работы завтра, сегодня праздник. Отдыхать надо. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Все верно.
Риск благородный делали. Ты же благородных кровей. Естественно. Заволокин. И хрояра мы. Тем более гармошка пришла мне. Надо ее сейчас забрать. Да? Прислали? Да. Стань, я к тебе ее принесу, поставлю, чтобы она целого сохранности была. Ну да, была. Пускай здесь стоит. Только никому ее. Не, ты что? Такие вещи, Олег, это личные. Никому никогда. Она новенькая. Совершенно новая? Да. Откуда? Вот это я не знаю. За долги. За долги забрал? Дайте. Ну что, олигарх, давай тогда я собираюсь. И набираю тебя. Ты на связи? Да. У меня нет с собой. У тебя есть? Видишь, вчера обещал, все сделал. Ты не мне обещал, ты себе обещал, Олег. Да. Как надо. Что ты весь порезался? Порезался. Швы. Видишь, вот идут. Шов был? Вот, шов. Откуда? Ну вот, попробуй. А что за шов? А тут железка стоит, титан вставляли. Вставили в челюсть? Да. Это когда такое было? Вот когда я в больнице лежал. А что случилось? Ну, немножко передрались. Челюсть вынесли? В трех местах. Три перелома. Было. Вот и не фулюгань больше, Олег. Вот они. Так не должно быть. Вот. Не видишь? Вот шуруп. Титановый. Не лезь никуда, Олег. Какой блудняк. И все будет нормально. Ну что, пойду я собираться тогда. Иди собирайся, я тебя наберу. Только телефон включи. Хорошо. А то у тебя абонент не абонент. Ну я отдыхал, что же я буду включен, что ли? Когда я отдыхаю, я выключаю. Включай. Все тогда. Сейчас соберусь и наберу. Давай. Давай, Олегар. На этом мы порешаем. Смотри только. Доживи. По-любому. Не нажрись. Нет. Надоел. Пьянки надоели. Подвязать не хочешь совсем? Хочу. Сходируйся. Надо, блин, сойтись, свестись. Сначала надо закодироваться. Нет. Будешь кодироваться? Я сам, блин, могу бросить. Сам, да? Не признаешь кодировки. Понял. После кодировки, блин, ты будешь еще хлеще будешь. Пьянствовать? Так поговаривают, да? Не то, что поговаривать, а на самом деле. Молодые. Ну давай, Олег, погнал я. Ты где будешь-то вообще? Да в парке, блин, пока. Из чего наберешь? Давай, наберу. Все понял. Давай, Олег, я позвоню тогда, соберусь. И позвоню тогда тебе. Хорошо. Будь в парке. Ветер какой дурачий. Ты у него задавал дождик, блин. Он вчера как заныл вот этот. Я говорю, будь дождь. И точно.
наведение. Сегодня не было? Всю ночь он шел. День и ночь. За ночью не было, по-моему. Был. Был? Ну ладно. Давай, Олег, я тебе позвоню.